Всем доброе утро. Нахожусь уже 4 часа в аэропорту. Еле нашел вот это здание. Везде гоняли. Это грузоперевозки, специальный груз. Здесь вот оформлять надо вот такие всякие бейджики, чтобы пройти на территорию. В общем, сейчас иду уже получать груз наших щенков. Волчат, я бы так бы сказал. Гибридов высокопроцентных. Что, погнали. Занимать очередь. О, привет. Так, куда нам? Лестница. Вот нам туда. Теперь бегу в другое крыльцо. Здесь вон такие, посмотрите, боксы. Вот, проходить ветеринарный контроль. Там все смотрит, проверяет. А потом я иду обратно к этой же тетушке. Ну вот, дорогие друзья, они приехали, вот зашел на базу, сейчас их забираю. Посмотрите, в каких больших коробках они. Ну что, погнали. Ну что, дорогие друзья, вот их загрузил машину. Посмотрите, какие они красивые. Уставшие, капец, да, уставшие. Что ты, малыш? Красавчик какой. Сейчас уже привезут все, вы тут все обкакались, описались за это время. А ты что такой маленький, а? Малышок, все, их надо по максимуму социализировать, потому что смотрю, они вообще какие-то забитые. Ничего, все будет хорошо. Справимся. Ай, вот тут все. С малышами тусуетесь, да? Ну что, малыши? А, карандаши. Вот этого надо 100% охотникам определять, да? Вот этого облаивает, кружит. На Арктик-парке видео увидите, офигеть вообще. Малышей. Малышей. Малыши-карандаши. Чекайте, чекай. Давай посмотрим. Ну что, барбосики? Красота. Что? Ты на мамку свою похож. На мамку свою похож. На пулю. Дорогие друзья, посмотрите, у нас маленький наш мини-персичек, тоже мини-добрынька. Очень он зашуганный на самом деле. Вообще, я думаю, на Арктик-парке вы посмотрите, как мы их встретили. Вообще, просто от каждого прикосновения он очень себя, ну, начинает зажиматься. У него, конечно, волчьи крови, ой-ой-ой, как будто все 100% по поведению. Прям вообще он дышит тяжело даже. Да, малыш? Ну как тебе? Мы сейчас обедаем, просто взял его сюда, чтобы немножко это хоть привык. Ну, очень, прям волк. Не знаю, сколько времени понадобится, но постараемся растопить его маленькое сердечко, да, волчонок, прям волчонок. Вот, он надо 24 на 7 уделять внимание таким волчатам. Ну, хозяин не сказал, правда, что такой зашуганный, вообще никакие зашуганные, но очень прям волки волками, не отличишь поведение. Внешне, конечно, видно, что вот этот вот, ну, менее похож на волка, но все же присутствует. Когда вырастет, там больше будет похож. А серого, вот серый прям там, его и спутать можно с волком. Вот смотрите, сейчас начнется. Вот. Ну-ка. Ищет углы. Не любит пространство, начинает забиваться сейчас. А вот сейчас нормально все. Вот, видите, опять. Что ты, малыш? А? Че, пойдем? Или еще полежим с тобой? Красавец. Ну что, дорогие друзья, небольшое переселение у нас. Всех приветствую, друзья. Смотрите, какие они счастливые. Вольфундиков в покое хоть оставят. Ух ты! Вот. Красота какая.
Надеюсь, не перелезете в ближайшее время. Да, ой, как вам хорошо, как они тут носились, бегали сейчас. Ай, красота. Там у них будка, сено там полностью сухое. Крыс всех переловите, а? Волчары. Довольные. Все солдатики. Снега им тут много. Ну, как раз самое то. Это у нас бонзай. Бонзай. Один из них буран, скорее всего, другой баунти. Ну, может, имена еще поменяются, но вот это точно бонзай уже. 100% бонзай. Что они там роют, копают, едят? Вот это баунти. Эй, ты че? Алита тоже хочешь? Вон фурия охотится. Травка, да, у вас уже здесь. Доброй ночи, дорогие друзья. У нас наши малыши вот так вот забились. И целый день вот так вот в будке забитые. Ну, пару раз вот этот выходил, малыш. И все, брал я и этого на руки, часа два с ним возился, и с вот этим побольше, часа четыре, но бесполезно. Он вообще очень сильно, вот я даже с ним пробовал спать, но он пить-то хотел, он даже до сих пор он не попил. Целый день вот не пили, ничего они не ели. Ну вот этот покушал, кстати, лапку съел, а этот не это, не ел ничего. Сейчас глистогонное купил. Хозяин сказал, не глистогонил. Первый раз такой вижу, что не глистогонят. В таком возрасте надо глистогонить обязательно. Вот сейчас проглистогоним, и все будет хорошо, да? Что ты, малыши? Вас тискать надо, с собой брать. Капец вообще, просто капец. Вы что такие забитые, да? Круглоглазый. Ну что вы? Скучаете за мамой? Капец, малышня. Ничего. Все будет хорошо. Сейчас окрепните немножко. Будем вас социализировать каждый день. Прибавилось еще заботки. Куба, Вега. Там у нас малышня. Там Алита Луя. Эти малыши кушают. Вот такую смесь сделал тоже им. Тут головы куриные, сама курица. Вот рубил, покупал сегодня в магазине. Это малышам, сейчас еще лапки туда добавлю. Это несу, вот акеля, тут пол ведра 30-литрового и фурии. Сейчас постараюсь заснять что-нибудь у них там. Напополам им несу, в разные точки распределю. У нас дождик идет. Конец марта, дождичек, красота. Снег сейчас быстро должен сойти. Вон Акела охотится. Акела, жди, подожди. Подожди. Сейчас найдем тебе местечко, высыпь. Так, тихо. Прекращай. Наест и отбегает. Надо мне уйти, а то Акела сейчас все съест, и все, пойдет есть у нее. Ты что ломаешь пруд?
У нас прям ливень идет. Уже чуть прекратился. Вон они. Волчары. Мясо едят. Аж глотают головы, не прожевывая. Вы чё? Ну, сейчас дождиком сожрет снег. Кто тут рыкает? Так, не рычать, никому не рычать. Кульчик. Молодец. Молодчинка. Все нормально, лорд? Ты подумал, подавился. Все, умница. Проглотил. Так-то и довануться могут. Так, жрут. Видите, когда стая, они быстрее заглатывают, не пережевывая. Лорд, всем хватит. Я столько мяса наложил. Две курицы порублено, огромных. 2 килограмма голов. И что еще? И все. Он ест аккуратно. Лорд не боится акулы. Он уже пузо набили. Все начисто съели, капец. Просто офигеть. Вот аккуратно вытащил. Ну, пузо набили. Отлично. Отлично. Все, едьте. Набил пузо, хватит. Все, ух, какой ушастый. Ух, ушастый какой. Потом в лебедя превратишься, нет? Так, надо текать, пока они не прочухали. Так, надо забрать. Сейчас акула доест, заберу на завтра. Заварю им каши. Привет, лорд. Привет, малой. Смотрите, как набил пузо акула. Ладно, дорогие друзья, всем спокойной ночи. Все пузо вон набили, нормально. Всем хватило. Вон вообще набила Моника, капец как. Бока аж видны. И этот малой тоже. Что ты, Алушка? Привет. Привет.